Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю парадов, с вами Сейн. Продолжаем играть в Cyberpunk 2077. В перерыве между сериями тут переэкипировал себя, посмотрел, что в прошлом эпизоде мы залутали. Значит, новый пистолет появился, Лексингтон, неплохой урон, 253 дэмэджа в секунду, и электрический шок, у него есть вероятность поражения током. И снаряды, которые рикошетят, все замечательно. Масамуны пока замены и нет. И новый дробовик палец, умное двуствольное ружье. И подпись мне нравится: умный не значит дорогой. Это истина, истина. Левел есть у нас, левел есть у нас. Поэтому мы с вами вкачаем реакцию. А, левел очка способности, а не характеристик. Окей, посмотрим, что здесь есть у нас интересного. Короткоствол, клинки. Клинки — идея хорошая, но сейчас у нас будет очень много чего касаться стрельбы, поэтому нужно подумать. Урон падения уменьшается, запас выносливости, урон в ближнем бою. Грузоподъемность на 60. Вы восстанавливаете до 70% здоровья вне боя. Невероятная крутость. В начале боя показатели брони и сопротивления увеличиваются на 10%. Понятно. Понятно, понятно. Непонятно, конечно, но понятно. Так, вы восстанавливаете память в кибердеке. До 8 единиц памяти каждые 50 секунд. Тоже хуета. Скрытность. Во время скрытного перемещения вероятность критического попадания повышается на 15%. Это интересно. Дом 1000 стилетов. Во время скрытного перемещения урон от оружия с глушителем увеличивается на 25%. Вы можете обезвреживать с воздуха ничего не подозревающих врагов, убивая их. Урон людям увеличивается на 15%. Смертоносность, собственно. Собственно, смертоносность. Ледяная кровь еще будет какая-то неплохая. Все, пошли. Прокачали все, что нужно, заменили все, все как надо. Далеко ли нам чапать? Далеко, далеко. Поэтому мы сейчас будем телепортироваться с вами, дамы и господа, в Джапантаун, чтобы это все было быстрее. Бежать по трассе — такое себе развлечение. Не повторяйте этого в жизни реальной. В игре можно, в жизни не стоит. Потому как могут сбить вас, и ничем хорошим это не закончится. Если у вас нет платинового статуса в какой-то конторе, как в этой игре, то сомнительно все это. Обойду я вас, обойду, полиция. Понавесили всякой хуеты, что пройти нельзя теперь по городу, выбрать место назначения. Так. Ну, собственно, рынок Редвуд. Надеюсь, что все пройдет успешно с этим парадом. Что получится у нас по плану Такамура все сделать как. Будет обидно, если не получится. Если не выслушает Ханака-сан город Такамуру. Так, тут он я. Поговорить с Такамурой. Аудиенция. Гора. Гора, я иду. Здравствуй. Ви, как раз вовремя. Не прыгайте, еще есть надежда. Гора. Если вы хотите прыгнуть, вспомните, что существуют круглосуточные службы доверия. Это не смешно. Это смешно. Парад уже скоро начнется. Да, я понял. Я скорректировал данные ОКАДы. Окей. Советую ознакомиться с ними перед началом. Ну давай, показывай. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. Окей. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. Блять, сложно будет. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Okay. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. Договорились. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони.
Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, вам и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Договорились. Последнего я боюсь больше всего. Еще бы. Ну как, все ясно. Ты готов? А вы готовы еще раз встретиться с Одой? Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? Да. В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ты уверен? Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Ну, давай. Удачи вам, Гора. Мне кажется, вот фоновая мелодия, которая есть... Она подвисла немного с прошлого эпизода, после какого-то сайд-квеста. Такое было уже один раз в воспоминании Джонни Сильверхенда. Аппарат красивый. Платформы только что запустили. Двигайся незаметно, иначе к тебе слетятся боевые дроны. И еще я заметил Нетранера в униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Так, одну секунду сейчас. Сохраниться можно сейчас? Да. Перезайду, потому что реально вот эта мелодия ты-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 ты, она есть. И она осталась. Я просто записываю две серии подряд, и я знаю, о чем я говорю. Я при сохранении слышал мелодию, когда заканчивал прошлый эпизод. Если вы его смотрели, вы тоже слышали ее на фоне. И она осталась. Поэтому я попробую сейчас. Если игра ее уберет, будет замечательно. Это уже было, поэтому вероятно, это повторилось еще раз. Когда мы спасали Альт Каннингем, такая история была с музыкой. Подвисла музыка рок-концерта. Да, ушла мелодия, я же говорю. Это не Транер? Охранник, корпорация Арасака. Что случилось? Можно пройти? Бедный Сабура Араса. Дайте пройти, блядь. Окей. Это будет прекрасно. Тихо, надеюсь, что будет прекрасно. Я на это надеюсь. Эй, чего встал все? Давай быстрее назад. Добраться до первого снайпера. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Лазер? Если я его пройду, то сигнализация же будет. Так, а теперь крадемся. Редкие компоненты. Опасная зона. Мне вот интересно, мне в него стрелять, так даже услышат. Патруль, внимание! Балкон двумя этажами выше. Женщина в красном, кажется, вооружена. Отбой! Повторяю, отбой! У нее бинокль. Собирайте бородача. Блин, а у меня нет никакого глушителя, слушайте. Какого-то глушака у меня нет.
было полезно. Конечно, нет. Может, я могу создать глушитель? Создание. Насадки и модификации. Ага, хуешки там. Хуешки там, не могу ничего создать. Так, окей, есть другая идея. Чтобы не было слышно выстрелов. Скальпель. Тихо. Гора, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Договорились. Сейчас нужно тихо действовать. А почему я отсюда не мог к нему забраться? Лол. Чтобы быть лазер. Окей. Элевейтор. А какой балкон, блядь? Ли, важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Давай. Повторяю, при подготовке допущено нарушение безопасности. Ханако сама нужно увезти отсюда. Ты оспариваешь приказ Юринобу. Делай свою работу. А, еще 10 метров. Все, как мы и ожидали. Наверх, здесь. наверх. Я скажу, если что-то выясним. Договорились. Так, тихо. И никто этот лифт не охраняет. Это так по-глупому сейчас выглядит. Вот он, родимый второй снайпер. Сейчас мы тебя чикнем. Сейчас мы тебя это самое. Я знаю, подлатаю. С кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Блять, это плохо. Мужик, который... Да он давно, блядь, уже не человек, блять. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Ты серьезно? Джонни, блядь. Ты, блядь, серьезно? Успокойся, пожалуйста. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Договорчик. Подняться выше? Как? Зачем сюда подниматься выше? Я не понял, нахуя мне эта техническая зона? Что? Я, блядь, код не знаю, вы что, издеваетесь? Техническое умение 11. У меня нет технического умения такого пиздатого. Я видишь, не техник. Так, стой, а как? Не выполняется. Технического умения не хватает. Какой пароль? 1111. Доступ запрещен. Так ему рыбать. Ворота, техника 11. Как-то вот так может обойти. Гора, блядь, ты предупредил бы, что... Пиздец. Нужно будет взламывать, и что технику нужно прокачать на 11 уровень. Как мне это сделать?
Ну такое. Хочу сказать я. А, вот. Вот так, блядь. Нахуя ты мне сказал повернуть? Или так было бы менее палевно? Скорее всего, да. Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Не думаю. Джонни, не думаю. Не думай так о Такемура, пожалуйста. Блядь, чуть не упал. Осторожно, не привлекай внимания. Охуенно. Я был прав. Фух. И как мне не привлекать внимание? Мне прыгнуть нужно. Пиздец. Не мост, а пиздец. Молчание — это не золото. Это отзыв погашенного пламени. Так, сохранение пошло. Найди способ спуститься вниз, только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты, сорвется весь план. Договорились. Блять, дрон ебаный. Запрос. Я обращаюсь к его совсем не случайно. Именно здесь. Блять, еще один дрон. Пизда. Ну ты меня, конечно, завел, Гора. Взлом протокола. 55. Ага, я его еще не взломал. Тихо, тихо, тихо. Так, спокойно. Сейчас по стелсу нужно действовать. Где дрон? Вон он. Отсоединить сегмент мостика. Зачем? Спокойно. Не будем молчать. Молчание — это не золото. Это отзыв погашенного. Тихо-тихо-тихо-тихо, дрончик. Тихо-тихо-тихо, дрончик. Ты ничего не видел. Уезжаем. Она уже дважды фразы повторяет. Молчание — это не золото. Это отзвук погасшего пламени. Сабуру Арасака, в лагере военно-пленных, 3 марта 1942 года. Через месяц после того, как его истребитель был сбит над островом Гуадалканал. Сабуру Арасака, пилот 3-й в звании старшего сержанта, основателя. Так, тихо, 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 тихо. Крадемся, крадемся. Солдат, предприниматель. Блять. О, сука. Е9. Е9. 1CBD. Пара метров, и снайпер твой.
Он не услышит, да, меня вообще? Как я тут как крадущийся смерч, блядь. Крадусь, блядь. Спокойно. Приветик. Поднять тело. Давай тебе сюда отнесем хотя бы. Вот так и полежи. Блять, опять этот лазер ебаный. Обезвредить, удаленная деактивация. На всякий случай. Осматривай, осматривай. А вот то, что они на связь не выходят, это нормально? Цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Договорчик. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Договорились. Он высоко забрался. До связи. Сейчас. Подключиться, данные взломаем. Ви. Блять, ты вовремя. Времени некогда. Один так, 55. 55. Это снова Ода. Послушай. Давай. Сообщите о нарушении в системе безопасности. И ее нужно эвакуировать немедленно. В состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Люди связи. Ага. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Да, это старая история. Вступаю в бой! Блять, пирот. Сука, спалил меня. Нет, нет, только не умирай! Блять, там дрон гигантский на меня напал. Вы что, издеваетесь нахуй? Дрон Октант. Нарушение моторики нахуй. Ёбаный дрон. Дрон, что ты меня не видел? И дрон не сообщил, конечно, да, никому? Ничего. Выходить с поднятыми руками! Ёбаный рот. И как, блять? Сдавайся сейчас же! Да. Я если этот дрон собью, типа вообще не палёно будет, да? Никто ничего не спалил. Никто ничего не спалил. Это гениально просто. И не сообщили службу безопасности ничего. У него какое-то оружие было, которое током бьется. Пиздец. Это просто гений нахуй. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Я так понимаю, пока первая часть если этого квеста. Получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Пока вот эта первая часть обезвреживания снайперов, меня спалить не могут. У меня новая массамуна есть, между прочим. Так, и я тут почему меняю прицел? Потому что когда меняется винтовка, то прицел уходит вместе с ней. А это нехорошо. Вот новая Масамуна, стандартная штурмовая. Вот сюда мы повесим обратно наш вот этот замечательный обвес на плюс 66. Почему, собственно, и нет? Все замечательно.
Ну, в смысле, алло? Блять, потому что Адам Смешер тут еще это такое. В смысле? В смысле? Я даже не понял, как. А где контрольная точка? Лол, блять, кто меня убил? Что меня убило? Что произошло, блять, вообще? Это интересно. Нельзя, типа, пол это лава, нельзя на пол наступать, по трубам идти в пол приседа. Да. Однако. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. А, двигатель под платформой. Я под платформу залез, да? Масамуна у меня та... Вот это, да. Сейчас опять поменяю. Сейчас поменяю на новую. Все. Замечательно. Двигатель под платформой. Короче, под платформой лучше не щепиздить. О, какой прикольный дракон. Меня именно огнем сожгло, кстати. Бой? Какой нахуй бой? У меня идет бой, показано. Трубы выглядят надежно. Попробуй забраться. Меня снайпер спалил. У меня показан бой. Походу, снайпер меня ждет. А может, кто-то еще ждет. Окей, договорчик. Спокойно. Вот и бой. Палевно, ничего не было. Это петарда, это салют. Ребят, что вы понимаете? Ебать тебя разорвало, конечно. Все части тела разорвало. Мячик антистресс. Пойдет, он мне как раз пригодится после этой миссии. Давай. Строительная площадка. На всякий случай ползу с винтовкой, мало ли там еще будет ждать охрана меня. Тихо. Кто-то еще есть тут? Мне не нужны потом приколы левые. Никого. Че, у вас у всех анти... Вам Арасака раздает мячики антистресса? Может, устроиться туда работать? Ради мячика. Хотя бы стрессовать не буду. Какая платформа тоже прикольная. Найс. Я тут и дрона уже взорвал. И взрывы устроил. Ну это все салют, это все вот эта азиатская тема с салютами. Ебать, это кто? Член совета директоров корпорации Арасака. Пойдет. Он меня там нахуй что ждет? Ёбаный дрон.
Бать вас охраны, конечно. Все, съебывай. На пешеходном мосту стрелок. Принято. Белый пиджак. Подтверждаю. Вражеский агент. Говорит ядро. Почему? Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень нехорошо. Дрон заметил меня. Дрон взрыв заметил, вернее. Блять. Серьезно? Осталась одна проблема. Дроны. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Темный шоколад. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Умный пистолет какой-то новый. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Спокойно, блядь. Подключаюсь. Так, что по данным? Что по данным мне приготовили? 1С... 1С БД. Выйти. Сразу дроны, блядь, поналетели. Надо спокойнее, спокойнее действовать сейчас. Поисковая граната. Договорчик. Я не знаю, по факту мы уже спалились столько раз. Блять, до фойе надо было. Не фойе, вернее, а 30 этаж. Или сюда, или правильно я ползу. Балкон. Ебать, дракончик. Что за хуйня? Сбой в работе биочипа. Плохо дело. Да, плохо. Джонни, давай ты мне сейчас мешать не будешь. Такамура. Давай, я ее отвлек. Отключи ее. Хватит работать, пора отдохнуть. Ёбаный! Блять! Это кто такой? Как же без вас-то? Это Ода! Воу! Ода, иди нахуй! Слышь? Погоди! Мудак. Быстрый пиздец. Дышим. С ним, блядь, ни в ближнем бою, ни в дальнем не подерешься. Иди в пизду. Ви, беги. Блядь, он не может перезаряжаться и бежать одновременно. Это проблема для меня. Воу! Мудак ты быстрый! Где ты? Ви, почему ты не можешь бежать и перезаряжаться? Ну это ж пиздец какой-то. Давай поиграем, хорошо. Пизда, от всего вернулся. Все. Договорились. Пистолет сейчас не поможет. Прям вообще. Мы будем ждать его вблизи с умным двуствольным ружьем нашим.
Сам Шине, блядь! Щенок ебаный! Я знаю, что Шине на японском это умри, не надо мне умирать. Оно самонаводящееся, это неплохо, кстати, для этого мудака. У него пули тоже самонаводящиеся. Хуй там. Блять, какую-то базуку против него брать надо, походу. Чего нахуй? Где? Он пропал, блядь. И он хилится охуенно. Ода, блядь. Иди в пизду. Пиздец, как он валит. А вот то, что он еще и хилится, это проблема. Выйди на позицию, тварь. Ёбаные пули твои. У меня макс-доки сейчас закончится. Сука! Ви, перезаряжайся. А-а-а! 56%. Увернулся. Ёбаный ниндзя, блядь. Спокойно, нахуй. Конечно, я к своей гранате и прыгаю. Кидаем, и он там остается с ней. Дышим. Перезарядка. Ёбушки. Сука. Иди ты нахуй со своими заклятиями. Так, а ну секунду, у меня сейчас это самое. Я создавать не могу. У меня макс-доки сейчас закончится. Что это такое? Включить, блять, я не могу. Тварь! Охуенно. Я включить это не могу, может это помогло бы мне. Да иди в пизду! А-а-а! Охуенно, просто, блядь, дробит меня жопу мою картечью своей. Блять, своя ж граната. У меня 3 макс-дока осталось. Почему я не создал их больше? А ну я не знал, что будет босс. Он хилится нахуй. Я понял, по съебам.
Надо убить его, когда он хилится. Пидорас какой! Опасный! Нет! Иди в задницу. На клинковом оружии с ним драться беспонтово, он тебя забьет нахуй. Последний Максдок. Жопу подстрелил тебе. Иди в задницу. А, у меня еще есть хилки. Че я боялся? 25 хилок еще. Что это будет очень долго. Блять, серьезно? Ебать я мазила. Тварь. Он вернулся, конечно. Хорош. Магазин. Укольчик. Иди нахуй. Я тебе говорю, ответственно, нахуй иди от меня. Блять, ты заебал. Сорок процентов у него, но это пиздец. Блять, тварь хилится. Где ты сидишь, мразь? В голову, блять. А ты как думал? Он себя подхилил на 45%, заебись. Вылез быстро. Без прицела, красиво. Прям Counter-Strike, ебать. На. Прыгай сюда. Увернулся, конечно. Колем. Он сейчас сюда прилетит. Хорош. Да я не буду с тобой сражаться на клинках. Иди ты нахуй, ты заебал. Воу. Ёбаный барака. Двадцать пять процентов всего. Но это очень длинная битва, блядь. Вернулся, конечно. Ниндзя ебаный. Дымовую разбил и ушел. Типа я тебя не вижу по твоим красным дартвейдерским клинкам, тварь. Ну давай, постоим, подождем. Конечно, заплачу, конечно. Укольчик. Сейчас сюда прибежит. Это трекинговая, блядь, граната, нахуй. Ёбаный.
Договор. Я вижу тебя, вижу. Главное не терять его из виду, чтобы он не хилился. Вон он. Тварюга уворачивающаяся. Бежит, 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 бежит. Слышу его. Подвис, братан. С каждым бывает. Но большую часть боя с тобой провел честно. У меня получилось. О, да. Он умер. Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви. Пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Блять, я его залутать не могу. О, да. Вечно вы с вашей самурайской честью. Ладно, сегодня вам повезло. Ух, какая катана. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо, Льви. Защитный костюм Арасаки. Ебать, в это не бой, это пиздец. Минут 15 я с ним удохался. Да, сейчас даже взломы вот эти не хочется делать. Уже хочется эту миссию пройти, пиздец сложная. Так, все получилось. Я в системе. Окей. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Отслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Меня предупредили об опасности, Ода не отвечает. Что-то не так. Если мы отменим торжества, это расценим как проявление слабости. Слабости? Чьей? Твоей? Нашей. Ты Еринобу с ней говорит. Я согласился на это только, чтобы почтить память отца. Я не хочу становиться твоей марионеткой. У нас всех есть роли в этом спектакле. Митика отлично играет свою. Кто такой Митико? Но я понимаю, только скажи, и мы покончим со всем этим. Твоя безопасность для меня важнее всего. Еринобу. Она сказала, что сейчас старший брат. Или младший брат. Старший брат. Спасибо, Ханако. Было бы жаль прерывать такую трогательную церемонию. Не сам-то старший брат. А не Юринобу. Гуро, системы заблочены. Можем начинать. Отец. Дальше я не буду особо вмешиваться. Послушайте классную озвучку. Саворо-сама. Куда, блядь, бежать? Блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Слышите, ёбаные дроны, блядь. Прям сваливаем. Я не могу его ёбнуть. Сбежать с парада. Я еще насу тебе на могилу. Я не могу стрелять.
так могу. Насал на могилу. Всем тихо, все свободны. Не парьтесь. Все хорошо. Блять, может как-то Еринову помочь можно? Сбежать с парада. Я не понимаю немного. Ладно, погнали. Никак там, никакой двери нет, чтобы помочь Еринову. Улица. Такамура. Ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. Давай. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. 900 метров. Ебать, конечно. Камера, 54 канал. Пора выходить в эфир. 3, 2, 1. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и новости 54. Я запомнил 4 раза, я же не идиот. Где парад в честь покойного Сабура Арасаки окончился массовой паникой. Да, ты как думала, бывает. Бывает и массовая паника, и массовый пиздец Такамура. Прекрасно. Лучше что? Лучше перестраховаться, не забудь 4 раза. Отлично выглядит. Да-с. Однако. Блять, жестко. С Одой, конечно, сражаться было опасно. Вакакакада, я редко признаю ошибки, но в этот раз делаю исключение. Я недооценила серьезность ваших с Такамурой намерений. Прошу только об одном. Не упоминая моей причастности. Я, разумеется, отплачу тем же. Договорились. Чип опять колоеду. Да, сбой в работе биочипа. Ебать, машины ебаные. Мне нравится мудлет самурая появляется рядом с хелами, когда идет сбой в работе биочипа. Это так забавно выглядит. Опасная зона, в смысле опасная? Что тут опасного? Пешеходная зона обычная. Обычная пешеходная зона. Блять, бежать, конечно, долго еще? Я случайно нажал на N, а это камера, это фоторежим. Лол. Блять, ну бежать еще дохуя, придется тачку реквизировать. Во-первых, у нас левел. Во-первых, технику будем качать, потому что вот ее не хватает прям очень сильно, как не хватает. 2 очка умения у нас есть. Что-то по хелюсикам бы. Запас здоровья увеличивается, урон от падения уменьшается, запас выносливости. Вы сможете перезаряжать оружие вот, в прыжке, в скольжении, во время ускорения. Это нам надо будет. Вы сможете создавать редкие предметы. Давайте редкие предметы одни. Прокачаю. А, и вот тут хладнокровие хотел вкачать. Невозмутимость. Действие невозмутимости. Отдача оружия уменьшается. Вот это, пожалуй. Вот. Где? Вот. Во время скрытного передвижения вероятность критического попадания на 15% выше. Удар из тени. Молодой человек, мисс Леди Чувиха, кто вы там? Я реквизирую ваше транспортное средство. До свидания. Давай. Только что видел тебя, ты эфир вела. Ученые из Biodyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Неплохо. Склероз – это одно из немногих заболеваний, которое нельзя вылечить, заменив пораженные ткани имплантами. И все? Однако эксперты из Biodyne создали на них... Падре и Бара какая-то мне звонит. Говорят, в Хейвуде новый.
новая душа. Да, я такой. Ибарра. Меня называют Падре. Здорово, Падре. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Договорились. И все, просто представился. Ну, неплохо тоже, в принципе. Хотя бы представился. Новое сообщение от Себастьяна Падре Ибарра. Когда у тебя будет минутка, зайди. Тысячи гектаров – одна из крупнейших в мире. Там хранятся как биологические, так и ядовитые отходы. Новое сообщение от Падре. Давай, Падре, прочитаю. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные. Думаю, ежели бы Господь наш вновь явился на землю, ему бы пришлись по нраву автомобиля, а в особенности Джефферсон, который я продаю. Машина могучая и весьма достойная, прямо поклониться хочется. Ею должен владеть великий человек. Вопрос в том, Ви, достоин ли ты ее? Загляни себе в душу, проверь банковский счет и дай мне знать. Договорились. Можно, кстати, пистолет обратно экипировать, потому что пистолет немного нужнее, чем дробь. На всякий случай, просто на всякий случай, нужно всегда быть подстрахованным. Там наверху карточка или, мне кажется, карта Таро, да. Так, что это у нас тут? Верховная жрица. Ну да, в таком домике можно и затеряться. 4 раза. Заходи, только побыстрее. Договорились. Я боялся, что тебя схватили. Рассказывайте, что за цирк вы устроили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Тут нужно понимать культурные аспекты Японии. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Здесь нужно понимать, что да, это элемент вежливости. Сейчас Джонни проявится, да? Давай, Джонни. Ханако-сама. Ханако-сама. Вот мужчина, о котором я говорил. Прошу вас, выслушайте его. Я видел, как умер Сабура Арасака. Спокойно начнем. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Вряд ли нужно она поверит. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Но это правда, серьезно. Мне нечего терять, я умираю. Да, я схожу с ума и из-за вашего вича. Да, мне нечего терять. Понимаете? Я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Энграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама, что скажешь? Ханако-сама. Ну? Ты слышал? Да. Что это такое? Иди проверь. Сейчас проверю. Что тут есть? Танта, 538 дэмэджа. У меня очень плохое предчувствие. У меня тоже. Ёбаный брод! Охуенно! Я даже присесть не успел.
землю, сука, не двигаться! Я на земле, сука, я не двигаюсь, походу. Это последний шанс ебаться. Так ему же. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Нам нужно спасти его, блять. Вот я вот согласен с тобой совсем, кроме Такэмуры. На насчет него ты не прав, Джонни. Выйти из здания. Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре. Выйти из здания? А тут что? Что происходит, блядь? Выходить с поднятыми руками! Открыть огонь! Ебануться! Вы сами застрелили... постреляли, вернее... Перегрев. Вы сами выстрелили сюда, ребятки. Ловите, быстро. Он ранен, стреляйте! Пиздец. Слышу, ёбок, ты чё палишь меня? Блять, зажигательная, пиздец. Хорошо, минус один, уже легче будет. Молодой человек. Мы уязвимы! Слышь? Забежал, убежал. Ты что, блядь, творишь? Ему уже никак не поможешь. Поможешь, блядь, поможешь. Завали. Сейчас завали, нахуй. Мы упали на этаж ниже. Все нормально, я его найду. Быстро! Гренка. Солдат убит! И вы тоже будете. Блять. У меня гренки закончились. Тихо, спокойно. Мы справимся, прорвемся. Да вас, блядь, лутать даже некогда. Тварь, блядь, умри. Он ранен, стреляйте! Не
Так Эмура, блядь, завали. Нет, я тебя спасу, нахуй. Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Где он? Справа пустые комнаты. Вот он. По-другому отсюда не выбраться. Давай, пошли. Вступаю в бой! Осталось чуть-чуть. Блять, фонарик бы какой-то нацепили бы. Не видно ни пизды. Живее! Тупо по радару работаем. Хорошо. Гранатки, может, какие-то. Перезаряжаемся по возможности. Ой, новая Масамуна. Хорош. Никого? Чисто, заходим, заходим, заходим. Арасака-сама, банзай! Кто там банзай? Давай спускайся, не выебывайся. Где Ханака-сама? Слышь, тварь, блядь, помер, лег нахуй на пол и умер, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу по-хорошему. Что за, блядь, самурай? Оранжевый. Хорошая дробь. Выйти из здания. Твою мать. Осторожнее. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Да. Согласен. Вы уверены? Да, иди. Скорее. Фух. Я говорю, я с Джонни пытаюсь дружить, но вот насчет Такемуры я с ним не согласен. Такемура хороший мужик. Его там оставлять было бы ошибкой. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Да. Кондер не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Как будто тебе садится на толчок, а не мне. За дробью сидим. Серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Дальнобойщикам, например, нет? Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Реально, заебал ныть уже. Серьезно, успокойся. Что сделано, то сделано. Видишь, как роли поменялись. Да, Джонни, твою тебе мать! Тебе нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Так а если это Гору? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Рад, что он мог погибнуть. Он большой мальчик, справится. Он хорошо дрался даже без имплантов. Ты рад, что он погиб? Он был лишь ступенькой на пути к цели. И сам это знал. Слышишь? Да. Тачка. Да, тачка. Ты хоть видишь, кто там внутри, Джонни? Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Да это Гора. Инфа сотка, это Гора. Я не буду стрелять. Убери, блять, убери. Дробь. Это Такемура. К двери не подходи. Я же знаю, что ты там. Блять, ты уверен? Ты спишь, что ли? Пора вставать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Да тебя ебет, что это? Давай говори, что хотел. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Говори.
Давай. Сейчас начнется. Что? Что начнется? Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось. А, Ханака сама. Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Что с Такамурой? Что случилось с Горо? Мы разделились, когда убегали. Такамура в безопасном месте. Пожалуй, это все, что тебе сейчас следует знать. Как вы меня нашли? Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Такамура сказал мне, что поставил на тебя трекер. Заебись. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Ну, допустим, вы поверили в мои рассказы. Что дальше? Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Это да. Вы не в том положении, чтобы ставить условия. Давайте поможем друг другу, вот так. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. Окей. Как доберемся туда, Джонни, есть идеи? В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел Хельмана, он дал мне чертежи биочипа, Альт Каннингем рассказала мне о конструктах. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? С той самой. Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные версии. Она должна нам пригодиться. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Энграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала. Учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Ну? Есть идея? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. Окей. Раз обещаешь... И вот что важно. И мне, и тебе... Теперь следует быть очень осторожными. Ну окей. Спасибо, что выслушала. Ну, я свое отработала. Да, молодец. Бывай. Знаешь что? 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 Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца. Ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну, кстати, да, трекер, то, что на нас поставил Горо, это было неприятно услышать. Получено достижение Верховная Жрица.
Я поговорил с Ханако. Я с ней поговорил. Не лично, правда. Вы знаете, о ком я. Да, со мной она тоже связалась. Мы, так сказать, пошли ва-банк. И выиграли. Угу. Я не доверяю тем, кто говорит через прокси, а вот этого мы не знаем. Мы не знаем что. Наверняка. Это только ее слова. Слова разных людей имеют разную ценность. Я убежден, что Ханако сама не бросает слов на ветер. Она сделала предложение. Вы хорошо информированы. Я смотрю, вы и так все знаете. Я могу не продолжать? Я знаю лишь то, что сочла нужным рассказать Ханако сама. Это немного. Так что прошу, продолжай. Скоро мы встретимся с ней. Лично. Вряд ли есть более убедительное доказательство ее доверия. Вы придете? Не в этот раз. Арасака ищет меня. Нам не стоит так рисковать. Но это всего лишь вопрос времени, Ви. Еще что-нибудь? Где вы сейчас? Они спалили ваше логово, в буквальном смысле. Где вы сейчас? Ну, по развалинам больше не прячусь. Это все, что я могу на этот счет сказать. Ты уж пойми. Что происходит в Арасаке? Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. Так, как дела у Оды? Как дела у Оды? Поправляется? Арасака оплатила ему дорогое лечение. Но я не уверен, что этого достаточно. Уязвленная гордость лечится труднее сломанных костей. Давай, я тебе позвоню еще, Гору. Я еще позвоню. Береги себя, Ви. Договорчик. Фух, жестко. У нас левел, да? У нас левел, да. Это замечательно. Техника, как я уже говорил, чтобы равномерная прокачечка была у нас. Вы получаете невосприимчивость к эффектам своих гранат. Вы видите область взрыва гранат. Уровень связанной характеристики, необходимый для открытия этой способности. 9 нужен. Понятно. 11. Угу. После обезвреживания скорость передвижения повышается. Какая-то хуета уже пошла пока что. Память кибердеки. Сила. Во время перезарядки маневренность повышена на 25%. Вероятность критического попадания при стрельбе из дробовика и ручных пулеметов повышается на 10%. Короче, давайте... Буду потихоньку качать кулачные бои, потому что нам все равно нужно будет это сделать. Атаки ударным оружием. Вот, атаки ударным оружием могут оглушить врага с вероятностью 15%. Пойдет. Окей, давайте на этом тогда закончим. Бодрая серия, но нужно будет теперь быть аккуратными. Хорошо, что спасли мы Такамуру. Мне кажется, была возможность тут его проебать, если бы послушали Джонни, но в любом случае все вышло замечательно. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте, увидимся в следующих эпизодах прохождения Cyberpunk 2077 и в других играх. Всех обнял!